Популярная сеть ресторанов быстрого питания Hardee's and Carl's Jr. давно известна своими провокационными промо-компаниями. Ее продукцию рекламируют девушки, которые вряд ли постоянно питаются высококалорийной едой. Ранее с Hardee's сотрудничали модели Кейт Аптон и Нина Агдал, а также телезвезды Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон. Теперь же со знаменитым фастфудом работает и Хайди Клум. По сюжету ролика немецкая топ-модель в эротичном пеньюаре соблазняет студента, предлагая ему попробовать аппетитный гамбургер. «Я была очень взволнована, когда мне позвонили и предложили сняться в рекламе Hardee's and Carl's Jr. Мне нравятся их ролики, потому что они всегда сексуальные, и там присутствует здоровый юмор. Моя любимая часть — это когда красивая девушка со зверским аппетитом откусывает кусок гамбургера. Вот так». Напомним, это не первая реклама фастфуда, где Хайди принимает участие. Ранее супермодель и актриса подписала соглашение, в котором указывалось, что теперь она является лицом Макдональдс. Однако пробовать рекламируемую продукцию перед камерами девушка с идеальной фигурой тогда не решилась.